Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан, компанией InterHealth Canada и группой компаний IHD Pay Group. Соглашение подписывают глава Республики Башкортостан Хабиров Ради Фаритович, председатель правления компании InterHealth Canada доктор Эммот Эль Дукейр, основатель компании IHD Pay Group доктор Чун Юан Чанг. Это соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиций. Наши партнеры – одни из ведущих экспертов и одна из ведущих структур, которая занимается продвижением инвестиций в разную сферу. Мы, в частности, в этом соглашении заложили инвестиции в сферу здравоохранения, в сферу развития санаторно-курортного дела, чем мы всегда гордимся. Поэтому очень надеюсь, что вот уже сейчас, когда мы еще слабо видим горизонты завершения периода и самоизоляции, и периода завершения в целом пандемии. Но мы уже сейчас думаем о том, какая у нас будет экономика, и уже сейчас мы закладываем маленькие шаги для того, чтобы мы очень быстро стартовали после завершения пандемии. Hello, this is Dr. Эммот Эль Дукейр with InterHealth Canada. It's a pleasure talking to you on this short video. I'd like to express our interest as InterHealth Canada to work closely with the government of Башкортостан for the mobile portable laboratories for the corona testing, national testing, as well as any other healthcare opportunities that may come to work closely with the government in the healthcare field. We'd be delighted to help and assist in any possible way. Best regards and thank you. Hello, it's my pleasure to meet your good self here. And I'm committed to work with Dr. Ima of InterHealth Canada for your good country of Башкортостан. We will contribute our experience here in terms of building the capacity of turnkey testing laboratory in your good country, as well as sharing our experience and allotment of quality testing kits. And we committed here to do our best to help to solve this common challenge of the mankind together in the best interest of your people. Thank you. Предметом настоящего соглашения являются долгосрочные партнерские отношения в целях развития инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортной отрасли Республики Башкортостан. Направлениями сотрудничества настоящего соглашения являются: реализация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения на территории Республики Башкортостан, развитие санаторно-курортной отрасли в Республике Башкортостан, развитие современных технологий лабораторной диагностики, оказание взаимной поддержки по вопросам привлечения инвестиций в инвестиционные проекты на территории Республики Башкортостан. Соглашение подписано.